дует просто на инструменты очень сильно. Они расстраиваются за секунду. Откуда? Не расстраивайся. Thank you.
mi tira verso il fondo, che mi sembra il rene del cielo, ma sto cadendo al basso. Клара, это прекрасное путешествие, единственный недостаток которого в том, что мы никуда не движемся. Это поистине прекрасное путешествие, но все же есть один недостаток, мы никуда не движемся, а потому я намерен его прекратить. Сегодня полнолуние, Клара, а как мы все знаем, не там глубина мира и его тайн, где темно и мрачно, а там, где весело и ясно. И вот я совершенно осознанно намерен прекратить это бесконечное путешествие и сдвинуться, наконец, с мертвой точки. Вот так. Я словно тот камень, который Сизиф тащит на свой Арарат. Карл, на Арарат кто-то затащил ковчег. И, скорее всего, это сделал сам Господь Бог, конечно, где он и нашел свой последний причал. Ковчег. И остановил тебя ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Ну да. А может, и Господь Бог вместе с ним стоит там тоже со своим ковчегом на вечном приколе. Это многое бы объяснило, во всяком случае. А Сизиф, дорогой мой, тащит свой камень на гору, расположенную в Тартаре. В Тартарары, в том-то все и дело. Этот камень несется в Тартарары, и я словно тот камень, понимаешь? А ты Сизиф. Ну, или я Сизиф, а ты камень. Вот такой у нас с тобой симбиоз. Ты Сизиф, и я Сизиф, и Тантал тоже, и ты, и я. Но о Тантале пока не будем, а вот Сизиф... Из нас двоих ты скорее камень. Сизиф бросил вызов богам. Камень — это просто камень. Кто его бросил, тот и без греха. Для тебя и давно уже камень in your mind. А вот Сизиф бросил вызов. Клара, поразмысли, это очень круто. А вообще-то ты тоже камень. Ты тот еще булыжник на моей шее, Клара. Все эти камни — такая хрень, я это вижу как день. И в этом смысле мы оба Сизифы. Я был неправ, прости меня, я был неправ, когда сказал, что я словно камень, это все твой Арарат, и еще перемешался со своим Тартаром. А вот Сизиф — это про нас, это да. Что тебе сегодня такое снилось, Карл, что ты задумал стать совершенно несносным уже с самого первого слова? Мне снилось. Мне снилось, будто светит полная луна, вот как сейчас. И волна идет за волной, накрывает нас головой. И вот мы скачем вверх и вниз по водной толще, но на самом деле мы стоим на одном месте, как один огромный поплавок. И вот волна идет за волной, и кажется, нет никакого смысла держаться на поверхности, потому что волны готовы разбить все в щепки. А потом я просыпаюсь и кричу: «Клара, мы никуда не движемся!» И светит полная луна, вот как сейчас. Но сейчас я очень ясно вижу, какой то был дурной сон. Сейчас я очень ясно вижу, что и ты Сизиф, и я Сизиф. И мы оба тащим с тобой этот камень, который боги нам втюхали, и, между прочим, не за понюшку табаку, а только лишь из-за того, что мы не захотели умереть и остаться в преисподней.
Почему же, по-моему, мы как раз там и остались? Да, ты, может, того и не понимаешь, но ты бросила вызов богам, Клара. Кстати, ты бросила вызов отчасти мне, потому что я тоже был одним из тех богов, которые велели остаться тебе в преисподней. Но об этом я предлагаю тоже поговорить потом. Ты все же думаешь, мы оттуда выбрались? Да, да, улетели как паучок на паутинке. Но вот и расплата. Только они стали пировать, как они нас нашли, эти ваши боги. И вот мы с тобой, два Сизифа, тащим этот камень. И да, это, конечно, очень круто, что мы когда-то бросили вызов богам, но этот камень, Клара, он чертовски тяжел. Камю? Да, хорошо, если тебе так угодно, этот камю чертовски тяжел. Это эссе Камю про Сизифа. Да, это именно он, Камю. Клара, тебе же не кажется, что я тут мечу бисер перед свиньями в твоем лице? Это, конечно же, Камю, и Камю все то, что я сейчас тебе пытаюсь сказать, это вот как раз то, о чем он нам по всем поведал. В своем эссе, Карл? Да, в эссе. В эссе Камю. В эссе Камю представлял себе этого человека, Сизифа. Он видел его счастливым, потому что камень — это было его достояние, свидетельство того, что он поступил так, как захотел. И он любовался, как блестит его камень. Да, желание жить стоило ему долгих мучений, но это было его желание. Это была полная жизнь, полная смысла. И в каждом отблеске руды ему открывался мир. Да, да, мир открывался ему в каждом отблеске, отблеске тех перов, которые ему уже были заказаны. И вот трагизм всей этой истории заключается только в те редкие моменты, когда ты осознаешь. Вот я сейчас проснулся в полнолуние, и в свете полной луны я очень явственно вижу, какая это все тошнотная херь. Очень остро вижу, вот как тебя сейчас в свете полной луны, все это мне кажется тошнотной херью, понимаешь? Это же совершенно невыносимое путешествие, так дальше жить нельзя, я ухожу с этого корабля. Деятельность примиряет с любой ситуацией. А ты помнишь, Карл, что у Гомера Сизиф был хитрым, порочным, честолюбивым и в целом, как я посмотрю, довольно сомнительным человеком, как, в общем, и ты. Ой, ну, у Гомера там все сомнительно. Вот ты думаешь, почему вот эти его вот боги сидят там на своем Олимпе и хохочут над всеми своим гомерическим хохотом? Да просто потому, что он был самый настоящий лицемер, это твой Камю. Гомер? Гомер, Мамер, ну снова ты перепутал мне все карты. Я решил! Я бросаю тебе вызов, Клара, и ухожу с этого корабля. Мой новый вызов. Пришла пора и тебе ненадолго стать одним из богов. Иди, ликуй, я обожествляю тебя. Я вам всем тут бросаю вызов. Вот он. Я ухожу. В моей душе кошачий фарс. Кашмирский зной и форс-мажор. На берегу у Пон-де-Зар открой свой лувр для новых форм. Я самый милый катаджук, лишь накорми меня собой и разной милой ерундой украс кораллы твоих губ. I wanna feel that something's real. Поставил кофе и сварил. Oh Lord, won't you tell me where we're at? Give me some reason, daddy. Now all that we need to do is to let it all go down the valley. Здесь все невежно под луной, но правды нет и уже слышишь. Встречались ангелы со мной, им тоже хочется в Париж. И мы уйдем в чужой закат, по скатам жесты криш. Я буду летним днем летать, а утром пить росу с травы, шмелем мохнатым хмель вдыхать, курить кашиш и созерцать. Созерцать. Oh Lord, would you tell me where we're at? Give me some reason, darling. Now all that we need to do
лишь повергнут тошнотой. Идем со мной, мой коронавирус. Будь самый нежный, но постой, будь верный, как любил самый дальний, дальше звезд, будь кроткой, трепетной луной, будь легким солнцем, be my first и be my latest, две в одной. Лилити девы, be my god и be my devil, два в одном, две в одной. Босс и мой фактотум. Путь и дом. Бим и бам. Кахве через нидерландское кафе, английский кафе и архаизм кофе. Арабская кахва традиционно относилась к разновидности вина. Этимология, согласно арабским лексикографам, ведет к глаголу кахе – насыщаться. Также предполагается, что источником может быть протоцентрально-семитский корень кх, означающий темный. Напиток из жареных и перемолотых зерен кофейного дерева. История берет начало с древнейших времен и уходит корнями в первые цивилизации Ближнего Востока, хотя происхождение до сих пор остается неясным. Ты знаешь, в чем дело, Клара? На самом деле я очень много варю кофе. Да, Карл. Еще и щедро сдабриваешь все это коньяком. А хоть бы так. Не в том тут соль. Соль тут не в том. Снова ты мне хочешь ставить палки своими пропорциями, как будто в них есть какой-то резон. А резон весь в том, что я просто много варю кофе. Но вот тогда, в то время, когда ты носила тот придурочный шарф... Это была не я. Допустим. Допустим, это была ты. Просто это не обязательно был шарф. Но что-то такое ты наверняка тоже носила. Но для удобства пускай ты будешь тем человеком, который носил этот шарф. И тебе казалось, что ты всегда его будешь носить. И в то самое время я думал, что никогда не буду больше варить кофе. Хотя мы оба прекрасно знали, что очень скоро ты закинешь этот шарф куда подальше, может быть, вообще забудешь о том, что это с тобой было. А я не удержусь и обязательно сварю кофе. Я просто ленивый, и это дает мне возможность держать этот флаг. Типа, это не просто так все. Я могу не варить кофе очень долго. Мне и варить-то его было не в чем. У меня и кофе-то нет, если уж на то пошло. У меня просто шарфа другого не было на тот момент. О, вот видишь, ты даже согласна с тем, что это была ты. Может быть, я фантазирую? Может, ничего этого и не было, и приснилось и тебе, и мне опять в каком-то не вполне отложившемся сне. И случилось не с нами, и не так, но давай вообразим. Итак. Вот ты, не снимая, носишь шарф одного юноши. А он, в свою очередь, после того, как сварил тебе кофе, понимает, что больше никогда его не будет никому варить. Давай. Тем более, что это же о нас, а значит, было так давно, что могло и случиться на самом деле. Какие же тогда красивые, высокие, как нам казалось, помыслы нами двигали.
слиться в этом странном жесте с объектом своего желания, объединиться друг с другом, хотя бы самой незначительной деталью другого, какой-нибудь сказанной глупостью, ходить и повторять ее потом раз услышанную как мантру. Взять чью-то привычку и надеть ее на себя как пальто. Попробовать его речь на вкус. И вдруг она уже становится твоим ежедневным рационом. На завтрак ты заливаешь йогуртом его глаголы и междометия. На обед тянешь его гласные, наматываешь, как спагетти, на вилку. На ужин пропускаешь бокал другой крепких слов. Стать немного через этот жест объектом своего желания. Вступить в тайный клуб для двоих. Но с другой стороны, был же этот когда-то арбатский кофе в арабских переулках. В арбатских переулках арабский кофе. Не то чтобы в нем было что-то такое особенное. Да вообще ничего такого особенного в нем не было. Кухня. Белая замусоленная плита. Турка. Красный холодильник сил. Ну, что такое? Никакое. Такое оно всегда бывает. Ну и кофе такой же. Пауза. Но вдруг, незаметно для себя, я поняла, что мне почему-то нужны только твои прикосновения и больше ничьи. Только твоими словами я вдруг захотела слышать все об этом мире и знать только то, что известно тебе, видеть только твои версии правды, пусть никакой правды в них и не было. В них был ты, и это стало для меня единственной правдой этого мира. Какое фиаско, ведь твой мир остался таким же огромным. А может, дело не в Арарате, а в Арбате? Или вовсе это не Арбат был, а какой-нибудь Истикляль? Виа дель Корса? По-моему, ты способен заблудиться в трех соснах. Или тополях, если они на Плющихе. Вот еще одно. Знаешь что, на всех этих широких шумных улицах твоих следов уже не осталось. Их давно, они давно стерлись, их накрыло слоями жвачки, безразличия, асфальта, плитки, снова асфальта, снова плитки, снова безразличия и безнравственности. А вот в кривых арбатских переулках их, пожалуй, еще можно отыскать. Там и голос твой можно услышать, и музыку. Иду и каждый раз слышу, как ты идешь рядом. Вижу блеск твоих нетрезвых юных глаз. И то тут, то там разбросаны повсюду волосы. Целые снопы волос и ногти. И вот эти вот твои духи. Все разлито там ведрами. Лучше бы это и правда было в каком-нибудь Стамбуле. Да один хрен, то второй Рим, это третий. Я заблудился в трех Римах. Всюду этот кофе, все такое сладкое, и вечно эти чайки, и ветер не то с Босфора, не то со степей. И да, мне порой кажется, что я до сих пор скитаюсь в поисках тебя в этих переулках, как будто каждый раз возвращаюсь из какой-то войны. Куда ни глянь, то везде, то Сцилла, то Харибда. Только прорвешься, а там уже сирены поют, или вовсе какие-нибудь нимфы разбросали сети. И вот ты барахтаешься в этой пене моря или шампанского под аккомпанемент вечно шаманящий стук весел и каблуков. То несешься по степи куда-то вдаль. А куда, зачем, откуда, не все ли равно? Можно и задержаться где-нибудь на десяток лет. Но я так крепко прикован к твоим ногам, как Одиссей к мачте корабля. Мои оковы не разорвать ничему, даже этому сводному хору. Так что хотя бы тут я в безопасности. А ты думаешь, у тебя есть сердце, Карл? Душа. Конечно. Ну вот это все, что необходимо для того, чтобы то, что ты озвучиваешь, работало. Какие-то же механизмы должны приходить в действие, которые ты описываешь этими словами, ты понимаешь? Да, и рука, и сердце, все давно в твоей собственности. А ведь это не факт. Это всего лишь твои мысли. Ты можешь думать сколько угодно о том, что у тебя есть сердце, то сердце, о котором говорю я, и которое, по-твоему, принадлежит мне. Точно так же, как и я могу думать, что у меня есть ты, но от этого наши мысли не становятся ничем другим. Это всего лишь мысли, Карл. Карл и Клара погружаются в свои мысли. Пространство сгущается, как проста кваша. Ну вот же я тут со всем этим добром. Чего тебе еще не хватает? Действия. Мне не хватает действия. Действуй, Карл.
Одиссей должен убить женихов, а твой поезд уходит вновь и вновь. And the train at the station, there were two lights on behind. The blue one was my baby, and the red one was my mind. Поезда, время идет, поезда уходят один за другим, раз и нет их. А вокруг нас роятся сонмы чьих-то слов, это и есть их пассажиры. Вот твои женихи, все они сбивают нас с толку, еще и ты мне ставишь эти спицы в колеса. Палки. Я тебе ставлю в колеса палки, спицы там и так уже есть. Все эти жужжащие рои, вся эта бездна кишащих слов, сбивающих нас с толка, с панталыка, если тебе угодно. Вот еще одно. Все то море мгновений, что мы оставили позади, и весь тот бескрайний океан, что лежит впереди нас, все на самом деле кроется в одной единственной капле. Капле сегодняшнего дня. Я могу быть бескрайней, как река, но я нахожусь внутри этой капли, а снаружи светит луна. Вот она и есть моя Ариаднина нить. Ее свет для меня, как нить Ариадны. А откуда же ты пытаешься выбраться с ее помощью? В данный момент я хочу выбраться из нашего прекрасного с тобой до тошноты путешествия, в которое я застрял по самые уши в этих твоих трех березах. Соснах. Тополях. И куда она тебя ведет, нить? К тебе, конечно же, к тебе. Куда еще, Клара? Очень у тебя заковыристый маршрут. Я ведь искал тебя еще тогда, когда ничего этого в помине и не было. Где-то там, за допотопной стеной плача. Находил и ловил, а ты была как стена неприступна. Я как ребенок сочинял тебя, творил самые непостижимые миры, только на которые способно воображение. Я придумывал тебе названия, хотя у тебя и так была куча имен. Везде, всюду они были разбросаны. Я как ученый изучал тебя, которые изучают Вселенную, чтобы понять, что же там за всем этим стоит. Ты даже, когда целовал меня, измерял мой пульс. Да, да, у меня все подсчитано. Мне кажется, ты просто хотел понять, как сделать так, чтобы я стала управляемой. Чтобы ты мог из меня тоже вылепить себя. Да ты просто пытался сделать меня собой. Нет, одного меня мне более чем достаточно. Но я же и менялась. Да, ты менялась. И в это время я понимал, какой на самом деле я. А ты уходила. А я смотрел тебе вслед и влюблялся. Потом смотрел в расписание поездов, прыгал в последний и мчался к тебе, туда, куда за стену плач, вдоль соленых морей на поиски тебя. А я уходила ото всех к тебе. Ты еще не потерял нить? Конечно, луна указывала мне дорогу. Я вместе с лунным светом забирался в твой дом, тихий и невидимый. Просачивался в твое окно вслед за шумом улицы и едва дыша пускал волны по кромке твоих снов. Я ласкал твои волосы на подушке вместе с ветром из раскрытого окна и утром любовался твоим отражением в твоем зеркале. Я забирался в твои книги и ласкал твои пальцы, когда ты их томно листала зимними холодными вечерами. Я становился каждой вещью в твоей комнате. И так все наши дни сливались в неистощимый поток моей нежности к тебе. Карл! Мне кажется, тебе нужно немного остыть. Во всяком случае, утренняя прохлада моря и летний теплый ветер — это точно не ты. Ведь ты же не думаешь, что ты у меня единственный? Note to self. Note to self. Don't forget. Don't forget. Нам свойственно видеть смысл там, где ничего нет. Без погони за продолжением рода. Я вдруг увидел тебя в моей подмене. Не варю больше кофе с того дня, как встретил тебя, представь, где-нибудь на пати, на старом Арбате. Everybody, let's make some love, everybody. Thank you.
The road to our happiness is paved by the bitter mistakes of youth. Мне нужна кукла пони, иллюзия жизни, взгляд пустоты, чтоб никогда уже больше не помнить того, что мне нужна ты. А ты все так же отчаянно носишь его случайно накинутый шар. Everybody, let's make some love. For God's sake, everybody make some love. Бу-бу-бу-бу-бум. Бу-бу-бум. Бу-бу-бу-бум-бу-бум. Хочешь услышать песни сирен? Привяжи себе к мачте! Мир иногда так красив, что это тумач. Слышь, тумач, это мир иногда так красив, что это тумач. Слышь, тумач, это мир так красив. Everybody, let's make some love. 'Cause if we don't make love, why should we even leave? Ты так красива, мир так красив. So come on and let's make some love. 'Cause if we don't make love, why should we even leave? Ты так красива, я так красив. Now come on and let's make some love. 'Cause if we don't make love, why should we even believe? In what should we believe? Глава третья. Кораллы. Мне кажется, у нас было что-то такое главное, важное, чего я не могу сейчас вспомнить. Что-то очень важное, Клара. Как же я хочу сдвинуться с этой мертвой точки, но я не могу, никак не могу вспомнить, что же это было. Это все возраст. Возраст и твое пристрастие к кофе, алкоголю и резонерству. Про шарф я ничего не знаю, потому что это была не я, но я подозреваю, что и тут без этого не обошлось. Ну да, я пристрастен, и что с того? Ведь именно находясь в похмелье, ты можешь понять, насколько красив мир. Именно когда ты наиболее уязвим, когда боги вот-вот придут за тобой, и тебе придется бросать им вызов, вот тогда ты понимаешь, насколько красив мир. А он порой настолько красив, что это... Too much. Ну да, действительно, это же действительно too much. И тебя разрывает изнутри. Вот один из тех моментов и наступил, когда мои глаза открылись твоим. Так, стоп. Какая чушь. Какой сентиментальный гон. Ты гонишь, дорогой мой Карл. Напиться до полусмерти, чтобы потом почувствовать красоту мироздания. Что за гонь вы такое беспардонное? Потому что иногда нужно испытать себя, дойти до дна. Но это опять же сродни тому самому моменту, когда Одиссей, тот коварный, хитроумный, если верить твоему хохотуну Гомеру, велел привязать себя к мачте. И только он один сидел и слушал эту красоту, и сходил с ума. Вот так же я. Только это не Одиссей, не корабль в океане, а ты с бутылкой своего Арарата. Зачем ты сейчас мне всю пургу эту гонишь? Да потому что, когда я увидел тебя, это было сродни пению сирен. Вот я сейчас на тебя смотрю, и как будто сирены поют, а я Гомер. Одиссей? Да. Но только мне нужно быть привязан к мачте своего корабля. У меня нет команды глухих моряков, и у корабля у меня нет. И мы никуда не движемся, потому что мы два гребаных Сизифа. А Одиссею нужно двигаться в Итаку. Куда? В Итаку, в Итаку. В свое царство, в свою паутинку. Мой корабль ушел в очень долгое плавание. Это плавание такое долгое, что я потерял всякую связь со своими. Я даже не помню, было ли оно, был ли корабль. Ты же припомнишь, я предполагаю, что похмелье бывает не только от алкоголя. Бывает от всего, что требует испытания, бывает от женщины. А может, тебе тогда стоит немного воздержаться?
Все бы не имело никакого смысла, если бы не та встреча, Клара, если бы не тот взгляд, если бы сирены не завопили со страшной силой. Вот это было испытание. Ты была вишней, а я ясень. Ясень красен. Красен, как твои недозрелые плоды вишни, как кораллы твоих губ, Клара. Что ты несешь? Какая еще вишня, какой ясень? Ну, ясное дело, ясень, мужское дерево. Ну, потом Игдрасиль. Что? Игдрасиль – мировое дерево в германо-скандинавской мифологии, в виде которого скандинавы представляли себе Вселенную. Играет центральную роль в скандинавской космологии, где оно соединяет 9 миров. Игдрасиль засвидетельствован в старшей Эдде, составленной в 13 веке из более ранних традиционных источников. И в младшей Эдди, написанной в 13 веке Снорри Стурлсоном. В обоих источниках Игдрасиль – это исполинский ясень, который является центром космоса и считается очень священным. Боги ежедневно ходят на Игдрасиль, на свои традиционные собрания правления. Ветви Игдрасиля уходят далеко в небеса, а дерево поддерживается тремя корнями, которые уходят в другие места. Один в Асгард на небесах, один в ледяной Нифельхейм, а третий в Йотунхейм. В корнях Игдрасиля живут существа, в том числе дракон Нидхёгги, безымянный орел и олени, Дайн, Двален, Дунир и Дурадрор. Да, вот это вот самое главное дерево, на котором все держится. Ну и потом, какое ты дерево, если не вишня? Я вообще не хочу быть деревом. Тем более, если все держится на таком дереве, как ты. Зря ты красивая. Ты была бы очень красивой вишней. Или яблоней. Я бы даже ясенем была более вменяемым. Знаешь, да. Если бы ты был Клайд, а я Бонни. Нам бы, правда, пришлось быть техасцами, ты бы пил тогда виски, но так хоть какой-то во всем этом болотном ковырянии был бы задор. Хоть какая-то изюминка. А так, Клайд, ты не сносен. И все то преступное, что ты делаешь, это грабишь меня раз за разом. Крадешь кораллы моих губ. Их становится все меньше. И огромные коралловые рифы гибнут вместе со всем живым, что ютится у них. Но тебе этого недостаточно, Клайд. И ты расстреливаешь всех свидетелей своих преступлений, всех, кто пытается встать у тебя на пути. А кроме меня нет никого, кто это видит. И никто не пытается остановить тебя, кроме меня. Разве что вот этой вот полной луны, которая иногда вдруг озаряет тебе все. Ты расстреливаешь меня раз за разом, грабишь и убиваешь, и всякий раз меня, вот и все. Вот и все, что ты делаешь. Вот, похоже, и все, что ты умеешь делать. Видишь следы своих пламени. Видишь мою кровь на своих руках, посмотри. В свете своей полуденной луны ты должен увидеть сейчас это очень ясно. You hear me singing a cappella. Come now, baby, let me taste your honey drips from the lips, from the hips. And for breakfast, baby, cook me bunny, won't you? Just like a love did for Dahlia. In this world, there is just a little too much of love. Per hour, come now, baby. I want to start from scratch. And I've got a dollar. Come now, baby. I will meet you in 10. I bet you can thrill me. We will never see each other again. So then you can kill me. Yeah, baby, kill.
dervish. Like the dervish that my heart is spinning. Oh, my heart is spinning and my soul's on fire. Like the desert that my soul is burning. To the distance, through the ocean. Like the ocean that your tears are yearning. They are salty messengers of devotion. Четвертое. Кошачий фарс. Вот я смотрел сейчас на тебя в свете своей полоумной луны. Смотрел в твои глаза, они вдруг сделались двумя колодцами, в которых отражалась она. Луна в колодце. Ля люна нель поце. Вот я смотрю на них. Она растет. Я чувствую, как к ней приближаюсь. Она становится крупнее. Я взмываю ввысь. Становлюсь невесомым, как дым от костра. И вдруг я понимаю, что на самом деле я падаю вниз. На дно, на самое дно. И вот я уже один из тех кораллов, что обитают на обломках чьих-то разбитых сердец, которые... как остовы кораблей покоятся на дне самого соленого моря, моря твоих слез.
Ты знаешь, Карл, на этой твоей луне живет человек. Мужик с охапкой хвороста. Живет там с незапамятных времен. Откуда он там взялся? Пошел за хворостом, видимо, как-то не в самое удачное время. А, это когда боги не разрешают. Угу. Или, может, прилетел на паутинке. И вот, когда тебя долго нет, то я смотрю тоже на него и отчетливо вижу, что это ты. Идешь там себе беззаботно, а куда? А когда тебя нет еще дольше, то там я уже снова вижу просто пятна. А ты становишься той крошечной красной точкой у горизонта, которую и вовсе никогда не разглядеть. Странно, что все это время ты можешь быть рядом со мной, но рядом иногда может быть очень далеко. Клара оценивает расстояние. Раньше я слышала музыку, а теперь сплошные мучения. Сейчас только ветер за окном воет. Может, нужно помыть окна, и ты тогда еще что-то увидишь. Но если ветер за окнами воет, значит, музыка еще не остановилась. А если ты способна слушать мое нытье, то вот тебе еще и песня. Да. Не такие твои песни мне были интересны. Тебе кажется, что твое сознание пробудилось, и ты вдруг все увидел. Но на самом деле в этот момент ты просто закрыл глаза. Тебе кажется, что ты слышишь то же, что и я, но ты не слышишь никого, кроме себя. Время — это река, Карл, она течет. И каждый момент эта река уже другая. И это не та река, которая течет одновременно в две стороны. А ты все тот же. Мы с тобой сейчас стоим на берегу этой гребаной реки и вязнем в песках бесплодности. Однако, если очень долго молить Бога о том, чтобы Он дал тебе плод, то, может быть, хоть кто-то в конце концов да и услышит. И единственный способ для тебя осознать, что происходит с тобой, это войти в эту реку, почувствовать ее течение, а потом оттолкнуться от дна и плыть. Вот это то, о чем я толкую тебе уже этот битый час. Но ты понимаешь, что просто добраться до дна недостаточно, и даже оттолкнуться от него тоже мало, нужно действовать. Знаешь что? Давай лучше я уйду. Ты можешь бросать вызовы своим богам сколько угодно, но однажды ты обнаружишь, что твои вызовы некому принять. Я ухожу. Это мило. Сделаешь завтрак? Tell.
Тантал. Мне кажется, самое время поговорить о нем. Потому что это ведь тоже про нас. О том, как ты видишь мир, который полон прекрасного, а насытиться не можешь, потому что все исчезает, как только ты касаешься этого, а жажда не исчезает никогда. Вот это те муки, которые я испытываю непрестанно. Но что, если ты насытишься? Что, если ты перестанешь испытывать жажду? Что останется тебе тогда? А несчастлив ли человек, который, испытывая жажду, вдруг видит перед собой бескрайний водоем? Несчастлив ли тот, кто видит перед собой изобилующий стол больше, чем тот, кто уже насытился? И пока он тянет руку, он должен быть счастлив.
если он только не помнит страшной правды. Все очень просто. Нужно уметь забывать. Нужно уметь забывать, Карл. Карл пробует забыть. Жаль, что ты больше не играешь. Это было так красиво, когда ты играл мне. Ну, снова ты опять за свое, Клара. Но я же тебе говорил, что я никогда ничего не играл. Ну, ты вообще не изменяешься. Ну, изменяется весь мир, все разрушается. Это память. Если ты не умеешь забывать правильно, она просто стирает все, как песчаная буря. Сперва она заволакивает плотной завесой горизонт. И надвигается, непрестанно надвигается. А тот цветущий оазис, где мы с тобой только что были, и который обещал нам воду и прохладу, становится миражом выжженной дотла пустыни. А буря тем временем все ближе, и через мгновение она будет уже везде, куда ни глянешь. А ты остаешься рядом. Вот что я хотел сказать о Тантале и его муках. Но ведь это же не я носила тот шарф, о котором ты все время вспоминаешь. И вообще я подозреваю, что его никто не носил. Ты была влюблена в меня. А я набросил как-то ненароком свой шарф и ушел в ночь собирать хворост. И, видимо, забрал твой рассудок, и все, у тебя больше ничего нет, кроме этого шарфа. А ведь ты, Карл, был очень красивым. Ты был самым невероятным из всех, Карл. Вот это вот точно был не я. Вот как раз уж то, что это точно был ты, и звучала очень красивая музыка. Ты играл так, будто ты был Орфей, который сошел за своей Эвридикой в Аид. И вдруг и понял, что она и есть Аид. А я чувствовала себя морем. В мои заливы впадали твои реки, по моим водам плыли корабли Одиссея, и звезды моих родинок указывали им путь, а они, в свою очередь, попадали в шторма из мурашек, которые порой огромными волнами бежали по всей моей поверхности от того, как ты играл. Я становилась морем. На моих островах жили дивные сирены, и они пели Одиссею. И вот оттуда он, хитроумный и коварный, возвращался домой, где его ждала благоразумная Пенелопа, сотней женихов, но будто бы верные лишь одному ему. А в мои волны вонзались чайки. Вот так ты играл, понимаешь? Ну, так, пожалуй, я играть мог, да. Но потом это было уже совсем невыносимо красиво, и я просто вынуждена была это сделать. Это было просто, как ты у нас там любишь говорить, too much. Музыку нужно было остановить. Она заполняла собой все, и не оставалось больше места ни для чего. Мне кажется, ты стал забывать, кому ты ее играешь. Ты больше ничего не видел, не слышал, не знал. Так что тут нужно было выбирать, или я, или музыка. Кто же мог знать, что без музыки останется одна мука? Да, пожалуй, наверное, это мог быть я. Ну и что же ты сделала? Ну, конечно, я улучила момент, когда ты засмотрелся на какую-то свою очередную луну и просто-напросто украла твой кларнет. Вышла из комнаты и отнесла его старьевщику. Вышла и заложила его в ломбард, и теперь его нет. А старьевщик дал мне взамен вот эти чудные коралловые бусы, чтобы они напоминали мне о том, что ты у меня отнял. А в ломбарде я взяла серьги. Вот, посмотри. Серьги из янтаря. А в них, посмотри, каких-то две нелепых мухи. Вот влипли так влипли на долгие миллионы лет. Это, кстати говоря, инклюзы. Что? Инклюзы. Частицы флоры и фауны, попавшие в древнюю смолу и застывшие на миллионы лет. Угу. Вот эти вот две мухи странные. Вот смотри, этот инклюз как-то напоминает одного умника, нет? Тантала. В общем, вляпались они по полной. Как-то сразу не так обидно становится, когда на них смотришь. А с другой стороны, а где сейчас все их сородичи? Канули? А эти двое, вот они. Словно пара из ковчега. Может быть, когда-нибудь и он пристанет куда-нибудь. И кто-то совершенно иной извлечет их и соберет из их ДНК что-то живое и удивительное. А может быть, мы сейчас несемся в этом ковчеге?
ковчеге посреди бушующего океана. Или выжженной пустыни. Или сели на Арарат, и вокруг ничего. Стена из дождя. Песчаная буря. И нет того голубя, который принесет нам масличный лист. Неоткуда ему взяться. Все затерто песком этой бури совершенно до основания. Самих небес. Мне кажется, тут уже ничего нет. Глава 6. Клара.
мне кажется, и тебя толком нет. Нет ни тебя, ни меня, ничего. Кругом пустота. А я только звук. Звук в этой пустоте. И все, что мы делаем, это звучим и резонируем в какофонии взаимодействия наших пустот. Ну, раз мы ноты, значит, во всем этом есть какая-то гармония. Да, этого у нас не украсть. Когда ничего нет, ничего нельзя украсть. Может быть, в этом и есть наше предназначение — забирать друг друга все самое ценное? Но время тем же занимается, вот мы ему и помогаем. И вот что теперь делать? Ничего этого не вернуть, ничем не заменить, не заклеить никаким скотчем. А мы зачем-то сидим тут с тобой, как два голых тополя. Мы с тобой набор банальностей, самых пошлых, непростительных, просто до дурноты. Вот такие вот мы два унылых дерева, укоренившиеся в своих клише. Сплошь из общих мест. Да, Карл, никакой даже замшелой изюминки в тебе нет. Вишня и ясень. Это, конечно, все меняет. Только меняться тут нечему. Когда ничего нет, есть гармония, так мне кажется, в свете этой луны. Карл! Что, Клара? Мне кажется, я понимаю, что происходит. Мне кажется, я понимаю, почему это путешествие так прекрасно, а нам все никуда не... Мы все никуда не можем сдвинуться с места. И мне кажется, Карл, я знаю, почему нам так хочется сдвинуться с этой мертвой точки, но этого так и не происходит. А наш вечный камень по-прежнему зовет нас, тянуть его на вершину Тартара, откуда до почти самой этой гребаной вершины. Потом мы будем наблюдать его феерическое падение, каждый раз спускаться вниз, брать его вновь и вновь, подниматься с неугасающим, каждый раз удивлением. Карл! Почему же, Клара, почему? По той же самой причине, дорогой мой, по которой мы с тобой обречены быть вместе и все же лишать друг друга самого ценного, что у нас есть. Ну как, Карл? Ты смекнул, в чем дело? Вот ты мне скажи, скажи, дорогая Клара, в чем же дело? А дело все в том, что мы просто слова. Слова в этой идиотской скороговорке. Вот и все. Вот и все, что мы есть. Резонанс. Это же прекрасно, Клара. Мы резонируем. Заполняет пространство. Отцов. Но сколько я видел женщин, столько же выпил вина. То просто кричал я, то чин-чин, во всем желая добраться до дна. Следом за летом обещал вина черпить, снова наступит весна. Сбиваемся прелесть в этом букете, осень, тоска, зима. И тут
дети цветов у нас тоже родится тот, кто принят отцом. Вот они наши оковы, и жизнь, что томится в вине. Пойди, разорви их, и будешь как новый, но старё все равно остается в тебе. Старё все равно остается в тебе. Твоё все равно достается тебе. Your cherry is gonna stay within. Your inner eye, and this is gonna be evergreen. Стоит как последний предел, за которым великий простор откроется взором. Ты умная, как твой пейзаж за окном. Вот мне не угнаться за молодым львом. Вот все уже стал вчерашним днем. Рыба гнет с головы днем. Открой двери восприятия, и всюду увидишь закат. Все люди, звери, все дети, братья. Все так же, как сто лет назад. What? Change what you like as long as you feel alive. Somewhat. Вот они наши ольховы, и жизнь, что томится в игре. Пойди, расцелуй всех, и дуть будешь как новый, но старье все равно остается в тебе. Старье все равно остается в тебе. Твое все равно достается тебе. There's no knowing what it's gonna be. Lion, you are the gardener's delight. I am the dandelion. You are the gardener's delight. I am the dandelion. You are the gardener's delight. Sweet as a cherry pie. Oh, baby, you blow my mind. У Розабель театральная премьера сегодня. Ну вот я вижу, что мы попарены, если немного тут, да? Вам жарко, наверное. Я просто забыл включить кондиционер. Простите, пожалуйста. Спасибо. Это весь этот проект «Безопасный театр» существует в рамках организации «Караван», который за то, чтобы случилась трансформация в экологии, культуре и обществе. И это, ну, все больше и больше выясняется, что не хватает ремесла в жизни. И мы пытаемся развивать ремесло в виде театра. И это возможно только потому, что есть такое место, как Москва-Дели, которые создали создатели «Каравана», и как раз Фахад Алатыя, который тоже создатель «Караван», и в Москве у нас из Катара. Ну, все, наверное. Спасибо вам большое. Спасибо.